не позволяет топовому тренеру подойти к себе вплотную. Но вот лоу-кик опять очень болезненный пропускает. И вновь идет к сопернику. Сближается Зубайра. Но мы видим, что защита от тейкдаунов пока неплоха от Элвиса Бреннера. Но вот время демонстрировать свои умения в борьбе. Благо, что опять же у Зубайра они есть. Рефери подгоняет спортсмена, призывает больше активности. Хорошо. Заходит за спину. Здесь попытался подсечь, но устоял. Элвис. Колено. Еще один удар Тухугова. Колени подключил Зубайра. Пробивает по бедрам он Бреннеру, но Бреннер все-таки разворачивается. Да, и Бреннер, кстати, даже в этом положении старается действовать активно. То есть, если Зубайра поджимает, контролирует, то Бреннер еще и удары не забывает наносить. Пытается разорваться Бреннер, пытается отлепиться или развернуться. Но Зубайра хорошо его здесь доконтролировал. Вновь судья призывает к активности бойцов. Очень неприятные удары получает Тухугов от Бреннера. Но пока мы не видим таких явных попыток перевести оппонента. И еще тут подсказки ударили, что нужно бить коленом. И попытался подхватом перевести нашего парня Бреннера. И очень опасный был выпад коленом с разножки. Ну и чуть-чуть потерпеть. И концовка боя настает. Опять же, желаемое за действительное. Очень бы было бы неплохо ее забрать. Да, и опять идет вперед к сопернику Зубайра. Тут же локти подключает Бреннер. 55 секунд до конца этого поединка. Ведут по времени Зубайрон. Выставлял колено Бреннер. Снова разрывается клинч. 35 секунд остается. Идет в атаку Бреннер. Хорошо его здесь справа встречает Тухугов. Корпус пытался Бреннер пробить. 20 секунд до конца поединка. Хорошо, кстати, атаковал и продолжает через финт пытаться донести свои ноги до цели. Бреннер, попадание с левой руки. Ну, чуть-чуть, еще немножко зарубиться, подраться. Болельщики также включились, поддерживают они парней. Ну все. Ну, кстати, видно, что выработался уже в конце Зубайра. Тяжело ему давались финальные мгновения этого противостояния. С большим волнением и огромной тревогой ожидаем мы судейское решение. Давайте посмотрим на избранные фрагменты этого поединка. Да, это было в первом раунде. Левые боковые пробивал навстречу и вперед, когда он доносил эти удары, но не всегда далеко они проходили. Но было и вот такое. Да, очень красиво. Справа тоже попадал Тухугов. Вот здесь очень опасно коленом пробивал Бреннер. Ждем мы судейских оценок. Все, что могли сделать бойцы, они сделали. Теперь но судьи должны оценить. Чарльз Оливейра доволен, похоже, подопечным. Идет Элвис Бреннер благодарить команду соперника. И статистика, пожалуйста, перед вами. По тейкдаунам знатно. 0 из 4, 0 из 3. Но это говорит о том, что оба хорошо защищались от переводов. Да, и решили обойтись без борьбы. Я имею в виду, ну, практически. Без партера. И снова раздельное решение, Миша. Снова раздельное решение. Да, друзья.
Вот произошло то, чего мы так опасались и чего мы так не хотели. Элвис Бреннер побеждает. Здесь.